بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس عشر، 16 урок второго тома мединского курса. الأبو أتريدون شيئا من السوق يا أبنائي؟ شيئون вещь، شيئان что-либо، какую-нибудь вещь. أتريدون شيئا من السوق يا أبنائي؟ أنا الآن أذهب إلى المسجد وسأذهب إلى السوق بعد الصلاة. نعم نريد أشياء، множественное число для слова شيءٌ вещь. أشياء двухпадежное слово, не принимающее танвина и касры. كثيرةً، к тому же это определяемое слово, определение к нему كثيرةً. ماذا تريد يا عمر؟ Что ты хочешь, о Умар? أريد قلمًا، я хочу ручку. أما عندك قلم؟ Разве у тебя нет ручки؟ بلى، отрицание отрицания. Напротив, у меня есть ручка. عندي قلم أزرق، у меня ручка синей пасты. أريد قلما أحمر، то на что падает действие, вы наверное заметили. قلما، здесь тоже قلما، стоит в состоянии насба، то есть в винительном падеже. Хочу что? Ручку с красной пастой. ماذا تريد أنت يا عمرو؟ أريد دفترا، то же самое. Мы видим то, что дефтер в винительном падеже. Хочу что? Ручку. Естественно, вот об этих окончаниях вы уже не должны задумываться, так как частое использование, оно подразумевает автоматизм. То, на что падает действие, у вас уже автоматически должно ставиться винительный падеж, то есть с фатхой или с танвин фатхой. Аль-Эбу. أما اشتريت لك دفترا في الأسبوع الماضي؟ بلى، ولكن ذاك الدفتر. Здесь мы видим предлог винительного падежа. لكن ذاك الدفتر، и поэтому здесь у нас фатха. ورقه، это хабар вот этой вот. لكن غير مسطر. أريد دفترا ذا ورق مسطر. Здесь тоже обратите внимание, что the пришло в винительном падеже, и этот винительный падеж, этот нас обозначен вот этим алифом. ماذا تريد أنت يا هشام؟ أنا ما أريد شيئاً. Я сейчас ничего не хочу. ماذا تريد أنت يا هشام؟ أنا ما أريد شيئاً الآن. Я сейчас ничего не хочу. И мы знаем, что вот эта частица отрицания ما, пришедшее с глаголом настоящего времени, отрицает действие именно на данный конкретный момент. Эйна ахукаль Хусейну. Эйна ахукаль Хусейну. Хуа филь хаммами. Мада юриду хуа? Хуа юриду халява. Халява сладости. Вспомните халву. Мада туридна я банату. Здесь к концу слова мы добавили приставку. Мы добавили нунун нисва, окончание женского рода, множественного числа. Впереди поставили ту, вы, женщины. И здесь получается дель сукуном. Так как дель сукунизировалась, вот это я сукуном уничтожается, потому что два сукуна внутри одного слова не могут встретиться. Если первый сукун стоит над слабой буквой, эта слабая буква просто-напросто убирается. И остается туридна. Мэда туридна я банету. Я эбати, энте штарайте ли милеффен. Милеффун – это папка. Милеффен кабля усбуин. Уриду л'ана милеффен ахара. Я сейчас хочу другую папку. Ахара. Мэдэ туридина энте я хафсату. Туридина – ты хочешь. Уриду хакибатан. Ама индаки хакибатун? Бэла, инди حقيبة حمراء. أريد حقيبة أخرى سوداء. У меня красный портфель. حمراء – это женский род для прилагательного أحمر. أريد حقيبة أخرى. أخرى – женский род для слова آخر – другой.
سوداء в мужском роде будет أسود. ماذا تريدين يا سعاد؟ عندي مسطرة صغيرة أريد أخرى كبيرة. Я хочу другую, большую. وماذا تريدين أنت يا ليلى؟ أريد مصحفا ذا حرف كبير. Я хочу томик Корана с большими буквами, с большим шрифтом. أما تريدين شيئا يا سلمى؟ بلى أريد معجما إنجليزيا وآخر فرنسيا. Я хочу словарь английский и другой французский. أما تريد أمك شيئا؟ سلمى отвечает: ما أدري, я не знаю. أسألها, я пойду спрошу ее. نعم, اسأليها. سلمى تخرج ثم تدخل بعد قليل. Она выходит и заходит через некоторое время. تقول إنها, мы помним, что после глагола تقول используется إن. تقول إنها تريد ثلاثة أمتار, 3 متر, متر أمتار, метр, метры, من هذا القماش, из этой ткани. Кумаш – это ткань. Худ هذا النموذج, возьми этот образец, папочка. سأشتري لكم ما تريدون إن شاء الله. Как обычно, несколько раз прочитайте этот текст, добейтесь хорошего чтения, а после этого, после того, как вы этот текст проработаете, вначале устно, а потом письменно ответьте вот на следующие вопросы, которые приведены в первом упражнении. Во втором упражнении необходимо исправить заведомо неправильное предложение. А в третьем упражнении необходимо вставить в пустую графу глагол, изменив его в соответствующем спряжении, в зависимости от контекста. ماذا تريدون يا إخوان؟ أختي تريد هذا القلم. أتريدين هذه المجلة يا ليلى؟ Потом в четвертом упражнении учитель спрашивает студентов: ماذا تريد, что ты хочешь? ماذا يريد زميلك? И ученики отвечают: я хочу то-то, то-то, он хочет то-то, то-то. Так, в пятом упражнении нам необходимо вставить в пустую графу подходящее прилагательное, обозначающее цвет. قلم أحمر, цвет красный. أحمر, ручка с красной пастой. أحمر образовано по модели афалю, двухпадежное имя, которое указывает на цвет. Хакибатун хамрау. Здесь уже шаблон образования фа'ляу. Фа'ляу. Прилагательное, обозначающее цвет, в женском роде образуется по этой модели. Фа'ляу. Был ахмар, стал хамрау. Красная. Хакибатун хамрау. Ша'рун асваду, лихьятун саудау. Борода черная, черная борода. Миндилюн абьяду, варакатун бейдау, белый листочек. Миляффун асфару, сайяратун, необходимо правильно догадаться, как здесь будет желтая, машина желтая, желтого цвета. Сафрау, камисун ахдару, шаджаратун хадрау. Раджулюн асмару, смуглый. Имраэтун сэмрау. И в шестом упражнении необходимо прочитать и проанализировать вот имена, которые указывают на цвет. Шаару раси асваду. Здесь у нас изофетная связка. Шаару раси асваду. Волосы головы моей черные. Валихьяти, борода моя, байдау, белая. أريد قلما أزرق وحقيبة حمراء. هو أسمر وزوجته أيضا سمراء. سيارة المدير خضراء وسيارة المدرس بيضاء. هذه البقرة السوداء جميلة. ما أجمل هذه الزهرة الحمراء. ما أجمل هذه الزهرة الحمراء. Как прекрасен этот красный цветок. Хати варакатан бейдаа. И в седьмом упражнении необходимо в пустую графу, необходимо вставить слово, обозначающее цвет, либо мужского, либо женского рода. Шаару расика. Например,
أسود ولحيتك بيضاء. В восьмом упражнении приводятся двухпадежные имена, которые образованы по шаблону фуаль. То есть первая строчка трехпадежная, обычные имена. Халидон, Хамидон, Алион, Хишамон. Они принимают танвин, принимают все три падежа. А, И, У. А Умару, Зуфару, это имена собственные мужские. Хубалю, это имя идола. Зухалю, Исму Кевкабин, это Сатурн, имя планеты. И получается, в девятом упражнении нам на анализ даются три вида предложений. Хаза талибу смуху Амрун, айна Амрун, дараба Амрун Умара, Амрун талибун джадидун. Какая разница между словом Умар и Амрун? Амрун всегда пишется с вау, с графической этой вау, которая пишется, но никогда не читается. Хаза талибу смуху Амрун, айна Амрун, дараба Амрун Умара, Амрун талибун джадидун. Какая разница между словом Умар и Амрун? Амрун всегда пишется с вау, с графической этой вау, которая пишется, но никогда не читается. Зачем же эта вау нужна? Она опять здесь пришла лишь для того, чтобы мы не спутали имя собственное Амр с именем Умар. Амрун – трехпадежное имя, Умар – двухпадежное имя. Ра'айту Амран, вау превратился в алиф. Са'аля аль-мударрису Амран ас'илатан кафиратан, учитель задал Амру много вопросов. Дараба Умару, действующее лицо Умар. Амран, Амра, Умар побил Амра. И в пункте джим мы видим хаза китабу Амрин, вау сохраняется. Лиман хаза аль-каляму хуа ли Амрин. Ла'ибту ма'а Амрин. Амрун, Амран, Амрин. Умару, Умара, Умара. Умар – двухпадежное имя. В десятом необходимо прочитать следующее предложение. Хараджа мин аль-фасли Хамзату ва талибун ахару. Хамза вышел из класса, а вместе с ним вышел другой студент. Ахару – другой студент. Определение к определяемому слову талиб. Хаза бейтуна валяна бейтун ахар. Это дом наш, а у нас еще есть и другой дом, помимо этого дома. Дахал аль-мактабата кабля калилин аль-мудиру вараджулун ахару. Ла аарифуху. В библиотеку зашел директор и другой человек, которого я не знаю, и зашли они недавно. Габа льяума баширун. Сегодня отсутствовали Башир, ваталибун ахару и другой студент. Ра'айту фил матари мударрисана. Я видел в аэропорту нашего учителя и другого учителя. В пункте Б ахар в женском роде. Саахфазу льяума сурата ар-рахмани ва суратан ухра. Инди саатун джамилатун ва саяштари ли амми саатан ухра. Суратан ухра, другую суру. Саатан ухра, купит мне дядя другие часы. Габат амс хавсату ва талибатун ухра. Вчера отсутствовала Хавса и другая студентка. Хати туфахатан ухра, я умми. Дай мне другое яблоко. Ра'айту фил мактабати лейла ва талибатан ухра. И в одиннадцатом предложении необходимо вставить либо ахар, либо ухра в пустую графу. Дарасту люгата туркията ва люгатан ухра. Катабту рисалатан иля аби ва рисалатан ухра иля умми. В двенадцатом нам предлагают проанализировать следующий пример и уже на основании этого вставить либо зу, либо зе. Если вы проходили аджуруми, вы уже знаете, что зу относится к пяти именам или к шести именам, как считает представитель басрийской школы. Более подробно мы остановимся вот на этих пяти именах чуть позже. Но если у вас есть видеоуроки аджуруми, можете посмотреть эту тему. Это вам не помешает. Чем же эти пять имен отличаются от других имен? Отличаются они лишь тем, что если в простых именах падеж, на падеж указывает
огласовка, здесь на падеж указывает слабая буква. Если вау, то это именительный падеж. Если алиф, то это винительный падеж, насб. То есть этот алиф заменяет фатху. Если я, то это я заменяет касру. Инди дафтарун зу варакин мусаттарин. Хаза мусхафун зу харфин кабирин. Это томик Курана с большим шрифтом. Штарайту дафтаран. Я купил что? Тетрадь. Зе варакин в линейку. Зе варакин приобретает винительный падеж, потому что это определение к дафтару. Уриду мусхафан зе харфин кабирин. Зе тоже в винительном падеже, потому что мусхаф, определяемое слово, стоит в винительном падеже. Инди дафтарун зу гилафин джамилин. Уриду дафтаран зе гилафин ахдара. Раэйту мааль мудири раджулян. Зу будет неправильно, потому что раджулян — это прямое дополнение. Определяемое слово в винительном падеже, значит будет зе лихьятин байдаа. Айна талибуль джадиду зу наззаратиль джамилати. Мен хаза раджулю. Раджулю в именительном падеже. Здесь показатель именительного падежа у, огласовка у, то значит зу будет выражен его падеж вау. Зу зушари тауилин. Ис-эль зэка раджуля зэл камисыль асфари. Лимен зэка лбейту зунна вафиди аддайкати. Дайка узкие. Инди муаджамун зу суварин мулявванатин. У меня словарь с разноцветными картинками. Иштарайту муаджамен. Здесь уже винительный падеж, выраженной явной фатхой, значит будет зе суварин мулявванатин. Фи карьятина масджидун ун, значит будет зу манаратин вахидатин. Раэйту масджидан зе манаратин вахидатин. В 13 упражнении примеры с мэ соединительной, то есть мэ, имеющий смысл относительного местоимения, который, которое. Мэда тэкулю я Алию. Что ты кушаешь у Али? Экулю, мэ тэкулю. Я кушаю то, что ты кушаешь. Или то, которое ты кушаешь. Эй, ащайя лэди тэкуль. Ту вещь, которую ты кушаешь. Мэда тэшрабу я Эбэ Бэкрин. Ашрабу мэ тэшрабу. Я пью то, что ты пьешь. То, которое ты пьешь. Эфхэму мэ тэкуль. Я понимаю, что ты говоришь. Сэштэри мэ турид. Уктуб ма самиата льяума фил фасли. Напиши то, что ты слышал сегодня на уроке. Наситу ма каля лиль мударрису амс. Каля Аллаху та'аля фи сурати саф. Лима такулюна ма ла тафалюн. Почему вы говорите то, что вы не делаете? То, которое вы не делаете. Ва каля та'аля фи сурати л-кафирун. Куль я айюха л-кафирун. Ла а'буду ма та'будун. قال تعالى في سورة آل عمران سنكتب ما قالوا. Мы запишем то, что они говорили. И в 14 упражнении мы видим, что бывает ما النافية, ما отрицание, ما عندي كتاب, у меня нет книги, ما فهمت الدرس, я не понял урока, ما أدري, не знаю. Также ما бывает вопросительное, ما الاستفهامية, ما هذا. Что это? Масмука, мада тактуб. И ма бывает ма аль-маусуля, то есть соединительное ма, имеющее смысл относительного местоимения, который-которое. Экулю, ма текулю. Сэштери ма турид. Я куплю тебе, что ты хочешь. Лима такулюна ма ла тафаалюн. В 15 упражнении. Ма уриду шайен. Я ничего не хочу. Ма акальту шайен. Я ничего не ел. Ма раэйту шайан. Ма фахимту шайан. Я ничего не понял. В 16-м обращает внимание на то, что мы говорим «Аль-Кур'ану китабу Аллахи, кара'ту л-Кур'ана, ахфазу л-Кур'ана». Куран – это книга Всевышнего. Я читал Куран, я учил наизусть Куран. А также мы говорим «Инди саласату масахифа». Множественное число для слова «мусхафун». Свиток или томик Курана.
У меня три томика Курана. Не три Курана, а три томика Курана. وَضَعْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى الْمَكْتَبِ. Я положил томик Курана на стол. أَقْرَأُ مِنَ الْمُصْحَفِ. Я читаю по томику, по свитку. В 17-м упражнении сложное прилагательное, образованное при помощи частицы «гойру». «Не». هذا الورق مسطر. Этот лист бумаги в линейку. هذا الورق غير مسطر. غير مسطر образует изофетную связку. هذا الخبر صحيح. Это правильное известие, достоверное известие. هذا الخبر غير صحيح. Это неправда. И новые слова. مصحف مصاحف. حلوى халява, софун, суфуфун, софун ряд, суфуфун ряды, кумешун ткань, акмишатун ткани, намудаджун образец, модель, суратун картинка, либо фотография, дайикун узкий, ахару другой, ухра другая, асмару смуглый, самрау смуглая, мусаттарун в линейку, шейун вещь, ашьяу вещи, габа ягибу отсутствовал, отсутствует, иштара яштери. Купил, покупает сейчас.